Доброе утро всем. Слышите, как дождь шумит? И чувствую, дети сегодня снова останутся без прогулки в саду. Я своего отвела. Чуть с ума не сошла. Мне кажется, за последние несколько часов, ну, сегодня утром и вчера вечером, я, наверное, 1500 раз услышала: «Мама, я не хочу в садик». Ну, может, не 1500, но 500 раз точно это прозвучало. У меня сейчас голова от этого гудит. Успокоительные надо принимать. Просто ноет. Не хочет оставаться там на сон, просто... Ой, и бассейн отказался сегодня идти, снова мы не взяли. Ничего, не буду там плавать. Мне не нравится, так что будь сидеть на табуреточке, пока все остальные детки пойдут в бассейн. У нас прямо в садике бассейн. Ну вот, мое королевское величество не хочет ходить. Хочет сидеть и капризничать. Узнаю себя в детстве. Иду в садик за ребенком. Опять промелькнуло 6 часов незаметно. Сегодня немецким не занималась вообще. Делали контент с Алишером, там снимали, 150 раз переодевалась, перекрашивалась, просто вымоталась. Сейчас заберу Артёшу, и мы поедем в город. Я очень надеюсь, что мы успеем погулять до того момента, как снова ливанёт. Сейчас, видите, так светло стало, тучи разбежались, надо успеть пройтись, а то они в саду сегодня тоже не гуляли. Дождь лил опять во время их прогулки. Вот, и ещё надо там по магазинам пройтись, кое-что купить. Всё, забрала Артёша из садика, он кричит: «Папа, ты где?», потому что там стоит наша машина. А вон он идет, вон он к машине подходит. Только аккуратно беги, аккуратно. У него в руках пряник и апельсин. Ему выдали, как обычно. Потому что все остальные сейчас его... Будет этот пол... Как это, полник, да? Полник есть. Мы Артемия забрали. К встрече, как будто они не виделись тысячи лет. Такой довольный. Ну, в общем, без дождя мы успели дойти до машины, и вот, понимаете, все по-новому. Так что посмотрим. Может, мы в город приедем, там не будет. Артемий обедает. Что ты ешь? Расскажи, что ты ешь. Не хочет делиться информацией. Ну, ладно. Быстрее, мокро! Прогулка под проливным дождем. От кота сбежим в магазин. Друзья, ловите момент. В детском мире санки вообще просто за 3 копейки. Есть за 490 рублей, а вот как наши за 600. Видимо, никто не берет. Не сезон, поэтому очень дешевые санки на колесиках. 1700. Гулять, зайка, не получается. И на ватрушки на все скидка 30%. Так, а мне нужны штанишки для Артёша пижамные, потому что в той распаковке, которая была у нас в последней посылке, штаны оказались слишком толстые для сна. Я думала, они тоненькие будут. Так, а мне нужно для детей постарше. Вот, мне нужны две пары тонких штанов. Мечта моего детства тут стоит. Я хотела такую собаку-робота, которая там тявкает, воет, реагирует. Да вот такую я хотела в детстве. И ты такую хотел. Да, мы будем все ее хотеть, потому что стоит она очень дорого. Пойдем. Ух ты ж, вот это парковка. Вот это вот мечта идиота. Крутая, да? Я не знаю, они обычно от 10 тысяч начинаются. Почему? Почему, когда я была маленькая, не было вот таких конструкторов Гарри Поттера? Блин, завидую детям нынешним в этом плане. А имениннику вот взяли. Это, по-моему, бластер называется. Да, бластер по заказу. И еще пульс в комплект. Душер тоже хочет. Ты выбрал себе пистолетик? Какой тебе? Какой тебе? Нет, не выбрал? Да, нормально сейчас. Вот еще собачки-роботы. Я прямо питаю к ним какую-то нежность. Но у меня никогда такой не будет. Ты счастлив? Носит наши куртки, бедный. Пошли на кассу. Я тоже вспотела. Я, как умная Маша, оделась в термобелье, чтобы гулять. А тут, конечно, мы гуляем по магазину. Господи, это что? Это зачем? Алишер, смотри, какая игрушка. А, у нее красится... Пластилин вот так туда засовываете, у нее шея красится.
приехали в Меркурий, другой торговый комплекс, встали на подземной парковке, чтобы не мокнуть. Тут еще пан спортсмен. Это вот где лыжи, сноуборды, БУ оборудование можно взять. Мы зашли в МВидео, купили эти батарейки аккумуляторные, потому что у меня все старые потерялись, чтобы его в Артешиных игрушках использовать и не покупать каждый раз за 1 000 000 рублей новые батарейки. Да, Артемий у нас тут с пистолетом гуляет и ноет, что ему тяжело. Иди сюда, зайка. Зашли в Зингер, купили вот такую вот штучку. У меня она испортилась со временем для маникюра. И жидкость для снятия лака, потому что... Да, у тебя пистолет. Потому что у меня была жидкость для снятия лака, но я ей так долго не пользовалась. Она просто у нее срок годности вышел. Она не сняла мне сегодня прозрачный лак, а я хочу заново покрыть. Мы пришли в канцелярский рай. Смотрите, всякие маркеры, ручки. Себе ручку зеленую взяла. И вон всякие мимимишные ручки. Просто мимимими с единорогами. В виде всяких этих конфеток с кошками, с кроликами. Чего только не придумают. Вообще просто целая куча всего. А это, смотрите, точно такие же, как у меня были на Кипре. То, что я брала и разыгрывала. Но то было с Кипра. Всякие классные стиральные резинки. Но Алишер мне столько всего надарил, так что мне еще хватит до следующего Нового года. Ой, да ладно, мы не видели еще твой пистолет. Покажешь, да? Круто. Пойдем на кассу. На обратном пути заехали в магазин. Набрала тут уже кое-что. Так купаюсь. Ну, в перекрестке, как всегда. Ну, точнее, мальчишки в машине остались. И тут быстренько бегу. Ну что, съемки съемками, но, конечно же, тестировщик всего оборудования у нас всегда Артемий. Такой пистолет. А это, понимаете, добыча ребенка, он отказался отдавать. А вот я тоже посмеялась, что они половинками. Нет, они просто ставятся друг на друга. Вон, смотри, здесь выемки есть. Эти две рядышком. Поставь, подожди, Артеш. И вот, оп, она прям... закрепляется. Что-то равновесие плохо держит. Ай, что я снимаю? Пульки. Папа, на себе будешь проверять? Да. Я сам. Сам умею. Надо же зарядить, подожди. Я сам умею. Короче, мальчики, это просто большие дети. Я, понимаете, вот, он пытается попасть в банки. Нет, не та. Все надо, давай. Артемий собирает пульки Алишеру. Смотри. Я сам. Есть. Ура! Ты попал! Я попал в банку! Папа попал! Вау! Все банки били! Прыгай, прыгай, радуйся! Мальчики, зайчики теперь играют в футбол. Артёш уже искупался, и я собираюсь лечь спать вместе с ним. Уже умылась. А я не хочу спать. Артемий, как всегда. Вот я, короче, хочу ему почитать, поработать. Перелечь. В кровати, прямо через телефон. И лечь спать не хочу, потому что вылезать из кровати. А? Я устала. Завтра все дела утром сделаем. Так что буду с вами прощаться. Всем до завтра и всем пока.